Дают плохое время, а время замечательное. Нет войны, более-менее в достатке, не стоим уже в очередь. Не так все вот, все как бы меняется, но нельзя сказать, что хуже или лучше. И были тогда хорошо, прекрасно, во времена, там сказать, трех мушкетеров. Но люди жили по 35 лет. Мы сейчас живем по 70, 80, 90. Мой папа прожил в деревне под Ульяновском, Ундоры, минеральная вода Волжанка, 95 лет. Прожил бы еще, если бы его не стали лечить от кашля, потому что он воспалением, а его от кашля 2 месяца, пока я не прилетел и не отвез его в больницу, сказали, уже поздно. А так прожил, может, и 105, и 110. Поэтому нужно рассчитывать больше на себя, на книгу и на природные какие-то свои... Природные свои какие-то огороды. У нас, вот я купил сейчас 25 гектаров земли под Ульяновском, там буду выращивать пчел. И фондом раздавать детям, где я буду делать мастер-классы. Так что яблоки там, сад огромный яблоневый, там до 80 тонн, по-моему, 20 тонн, нет, 60 тонн, простите, тоже будем раздавать бесплатно. Так что обращайтесь, яблоки мед вам обеспечат. Я вам желаю удачи, благополучия, ангел вам хранитель во всех ваших делах и начинаниях. И как говорят у нас на Руси, независимо от национальности, храни вас Бог, чтобы у вас все всегда было. А главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно внутри. Удачи вам, я сажусь, подписываю книгу. Спасибо.